Маша, Маша, ты спишь? Нет, не сплю. А ты почему не спишь? Не знаю, проснулась. Мне очень хочется кушать. Да, и мне тоже хочется кушать. Давай позовем маму. Давай, но ведь на улице еще темно. Она не будет нас ругать? Нет, конечно, не будет. Она ведь наша мама. Тогда давай позовем ее вместе. Давай. Мама, мама, мы проснулись. Иди быстрее сюда. Девочки, почему вы так рано встали? Еще даже петушок не пропел. Мамочка, мы хотим кушать. Да, сильно хотим. Кушать? Но чем же я вас буду кормить? Мне надо идти готовить на кухню. Поиграйте тогда здесь. Завтрак будет готов через 20 минут. Нет, нет, мы не можем ждать 20 минут. Мы очень сильно проголодались. Ну ладно, ладно. Тогда сегодня у вас на завтрак будут радужные колечки единорога. Да, ура! Радужные колечки! Вот ваши тарелочки с ложками. А вот и колечки. Для Сары и для Маши. Здорово! Обожаю такие завтраки! И я, и я! Девочки, вам молоко наливать? Мне не надо! Я хочу молочко отдельно, в стаканчик! И мне в стаканчик! Ну хорошо, пускай будет стаканчик! Это для Маши, а это для Сары. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какие же вкусные радужные хлопья. Угу. Тебе какие больше нравятся, розовые, желтые или фиолетовые колечки? Я люблю все. Они очень вкусные. Девочки, а как же молочко? Не забывайте его пить. Не завтра, а объедение. Да, это точно. Спасибо, мама, за такой вкусный завтрак. Может быть, нам теперь каждое утро так рано вставать? Друзья, ставьте лайки и пишите комментарии, что вы кушаете на завтрак. Подписывайтесь на наш канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.